США. В южных и центральных штатах не прекращаются ливни. В Канзасе люди спешно покидают свои дома на лодках. Там же пришлось эвакуировать и закрыть несколько школ. Сейчас угроза проливных дождей и затоплений дошла до Техаса и Арканзаса. А за последнее время по всему Среднему Западу наводнения нанесли ущерб сельхозугодиям, домам и предприятиям на миллиарды долларов.